Друзья, об этой страшной трагедии сообщили уже несколько российских телеграм-каналов и несколько российских сайтов. Подпишитесь на наш канал. Каждое утро мы делаем так, чтобы вы знали, что происходит в российском шоу-бизнесе. Рано утром в больницу был доставлен российский актер театра и кино Константин Юшкевич. Его привезли в больницу личные его друзья. Как оказалось позже, они все вместе находились за городом на рыбалке, и Константин Юшкевич упал с лодки и ушел под воду. Они его вытащили, он находился без дыхания, они привели его в чувство и сразу же решили доставить в больницу. Сейчас Константин Юшкевич находится в больнице, медики проводят обследование. Более подробную информацию, друзья, мы сможем вам рассказать уже завтра рано утром в нашем новом выпуске. Сейчас мы собираем нужную информацию. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями.